нем быть королем. Образцовой студии эстрадного пения «Страна чудес» и хореографического отделения Новолукомольской детской школы искусств. Мир музыки – это огромный творческий дом, в котором мы, как большая дружная семья, рождаем и открываем новые вершины. И как же символично, что именно сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи во всем мире. Так пусть же начинается праздник в красивой, семейной, уютной атмосфере. На сцене юные звездочки, подготовительная и младшая группы «Страны чудес» с песней «Детки-конфетки». Встречаем своими аплодисментами! Детки, 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 конфетки.
учащиеся 2 класса хореографического отделения с танцем «Шалунишки». Идет солдат по городу, исполняет средняя группа вокальной студии «Страна чудес».
класса хореографического отделения с танцем «Лялечка». А кто такой веселый? Не плачет и не ревет. Да это ж наша Лялечка танцует и поет. Не так давно, 29 апреля, отмечался Международный день танца. Как говорил великий Альберт Эйнштейн, танцоры – это атлеты Бога. Танец – это маленькая модель в жизни в несколько минут со своими эмоциями и переживаниями. Так давайте вместе с нашими талантливыми учениками хореографического отделения окунемся в разные образы и эмоции. Золотые рыбки. На сцене ученики 4 класса. Thank you.
класса хореографического отделения с танцем «Феи воды». Чудес. Чудес.
танцуют учащиеся третьего класса. Танцуют учащиеся пятого класса хореографического отделения.
Представляете, на сцене неоднократные победители различных конкурсов, лауреаты первой степени и номинанты на гран-при международного гранд-конкурса «Талант года 2021» старшая вокальная группа «Страны чудес» с песней «Порушка».
Хороводный танец бран возник еще в XII веке во Франции и был популярен лишь в христианской среде. До современных дней дожили лишь 20 версий этого прекрасного танца. И сегодня мы увидим один из них. Бран прачек танцует учащиеся 6 класса. Года. Младшая группа «Страны чудес» с песней «Ягодки».